К реконструкции участка трассы М8 Холмогоры приступили в прошлом году. Проезжую часть расширяют с 29 по 35 километр. Теперь для движения автотранспорта доступно не 4, как раньше, а сразу 6 полос. Работы выполнили. Дальнейшее мы ставим на этот год для себя дополнительные работы по именно ремонту Ивантеевского путепровода и по строительству путепровода на Пушкина. Дальше хотим расширить проезжую часть на разворотное кольцо по Пушкину. Запуск движения по новой схеме облегчит дорогу для жителей Ивантеевки и позволит разгрузить выездные пути к Москве. Положительно это скажется и на транспортной обстановке в Пушкино. Ну, практически забитые автомобильные дороги в городе Пушкино, если мы посмотрим даже на Яндекс.Карты, один из самых забитых городов в качестве движения автомобильного транспорта. И вот открытие по 3 полосы движения в каждом направлении, то, что сегодня опять-таки осуществляется, это уже позволит избежать движения транзитного транспорта через город Пушкино и снизит очень значительно нагрузку на улично-дорожную сеть города. По традиции первой по новой разворотной эстакаде проехалась строительная техника. Оценить расширенный участок теперь смогут и автолюбители. Инга Лапикова, Павел Розин, Пушкинское телевидение.